Монгольская делегация сходу предложила организовать экспедицию по исследованию 4 рек, впадающих в Селенгу, чтобы затем разработать ряд проектов по защите водной артерии Байкала. В 2010 году в Монголии был принят закон о запрете горнодобывающей деятельности в бассейне Селенги и вырубке леса ближе 200 метров от ее русла. Но не всех такая ситуация устраивает. Монголы хотят компенсировать потери от этого запрета за счет российского леса. Защита этих лесов является защитой рек. Если мы уничтожим эти леса, которые растут в истоке Селенги, река просто исчезнет. Енисей тоже там берет начало, и там много леса. Мы там тоже ничего не делаем, не трогаем. У нас есть потребность в древесине, и мы могли бы брать ее из России. Таким образом, мы сможем защитить те леса, которые находятся в истоках этих рек. Господин Дембрел отметил привлекательность лесов Бурятии, которые находятся на границе с Монголией. А вот мусорный вопрос, возможно, нам помогут решить японцы. Сегодня правительство Бурятии подписало соглашение с компанией Mitsubishi. Руководством Республики Бурятия, компания Mitsubishi и бурятской компании «Лонметалл» о возможности на строительство мусоросжигающего завода Республики Бурятия. Сегодня проект по строительству завода готов к реализации, а Министерством природных ресурсов Бурятии уже подобраны площадки для его размещения. Эйна Чертарова, Алдар Дамбаев, Первая альтернативная.